Для того, чтобы человек вырос настоящим патриотом, необходимо с самого детства прививать ему любовь к своей родине, рассказывать об истории страны, ее традициях и культуре. Чем раньше ребенок узнает о таких понятиях, как верность и служение Отечеству, честь и мужество, тем вероятнее, что он вырастет достойным гражданином своей отчизны. Первые уроки патриотизма проводятся, конечно же, в семье, но и общество не остается в стороне. В сегодняшней системе образования духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Так, в преддверии 9 мая во всех школах прошли торжественные линейки. Дошкольными учреждениями проводились экскурсии по памятным местам Славянска на Кубани, конкурсы рисунков и тематические мероприятия. В детском садике номер 24 накануне Дня Победы организовали песенный концерт «По дорогам войны». На протяжении всего года мы готовились к празднику, Дню Победы. Провели акцию «Бессмертный полк». Выставили конкурс детских рисунков. Итоговым же мероприятием стал песенный конкурс с песней «По дорогам войны». В нем приняли участие наши дедушки, наши бабушки. На него были приглашены почетные гости. В роли почетных гостей выступили военные в отставке. Для гостей ребята читали стихи, участвовали в импровизированных сценках, исполняли песни военных лет. Завершился концерт торжественным награждением наиболее отличившихся в подготовке такого замечательного праздника. Отдельные слова благодарности были сказаны родителям за помощь и поддержку. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».